Инчон, Чейвон Людмила. И вот она говорит, кричит в трубку. Кричит в трубку, говорит, пожар горит, пожар, прибегай сюда. Ну, я как раз находился в это время на территории административного участка. Ну, я побежал. И она вроде сказала, ну, где-то в середине поселка, Чукотский дом горит. Ну, я побежал на тот район. И да, действительно, там уже были люди. Я прибежал туда и первым делом спросил, люди все выбежали. Да, вот эти первые две квартиры, первая, вторая, все, я их увидел, все нормально. И выбежали. Я в четвертую квартиру побежал. И по дороге в четвертую квартиру увидел жителя третьей квартиры. И он сказал, а то есть я у него спросил, ну что, где, там люди есть? Да, там кричат люди. Ага. Первую дверь зашел, вторую дверь зашел, ну там задымление вообще было такое. И третью дверь, ведущую квартиру, я не нашел. Уже воздуха не хватило. Еле как обратный путь нашел, середину дверь. Выбежал. И, короче, недолго думая, я этот стекло левой ногой разбил. Начал кричать, а у меня мощный фонарик с собой всегда. Кричать, давай, Света, Иван, ну я знаю, кто там проживает. Амедгивау Иван и его мама, Кнен Светлана Васильевна. Кричу им, ага, все. И откликнулись они мне. Аж у меня такое облегчение на душе такое. Чтоб все нормально, все благополучно. Все. В итоге вытащил сначала Кинен Светлану, разбил стекло, свечу фонариком, кричу им. Ага, все, вроде бы. Ну, вытащил ее. Так, а потом, да, люди, вот сколько там? Ну, много людей было, добровольцев, которые тушили пожар. А мое дело, главное, безопасность. Смотрел за людьми, чтобы не заходили в дома, в квартиры.